Сегодня на 6-м километре у нас проходит тренировка по дрифтингу открытая, то есть могут приезжать, в принципе, любые участники. Главное – это наличие заднего привода и некоторых самых необходимых моментов. Сейчас, секундочку. По возможности была обеспечена минимальная безопасность. К примеру, там трасса у нас огорожена полностью, понятно, где кто как едет. Огнетушители, маршалы, то есть самое минимальное, что мы могли, мы предоставили нашим пилотам и участникам. Идея тренировок у нас появилась оттуда, что дрифт в Одессе – это по факту столица дрифтинга считается в Украине. И в Одессе сейчас сложившейся ситуации в стране дрифта нету, он просто начал пропадать и исчезать. Ну и как бы, поскольку был уже опыт многолетнего проведения тренировок, мероприятий, мы решили возобновить эту хорошую традицию и устроить такой вот покатушки веселый, чтобы люди расслабились, отошли немного от каждодневных проблем, связанных с огромным количеством факторов, ну и подняли свой уровень вождения. Поскольку чем выше уровень вождения, тем увереннее себя человек чувствует в городе, тем безопаснее он. Мы выбрали самый безопасный участок трассы. Ну, сам по себе он не сильно, скажем так, интересный, то есть довольно-таки простой, всего два поворота, поэтому решили на постановке немного усложнить задачу для участников и сделать дополнительный клиппинг-поинт. То есть перед тем, как они заезжают в правый поворот, они сначала ставятся налево, потом перекладываются. То есть, ну, это интересно, зрелищно, реально тяжелее. И интересно то, что повороты все, в большинстве своем, это повороты закрытые. То есть ты по мере поступления, скажем так, информации, ты с ней разбираешься, как бы, и анализируешь ее, делаешь какие-то выводы, какие-то действия соответствующие. Это на самом деле интересно и, ну, как видим, эффектно даже, зрелищно. Довольно-таки много участников, очень интересно с ними ездить, приятно здесь находиться. Как бы наконец-то кто-то занялся этим вопросом, с этими гонками, с этим дрифтом. Мне очень нравится. То есть здесь много перекладок изначально, то есть много рулежки. Для себя как бы мы со своей командой изучаем как бы больше рулежку. Руль, потому что скорость здесь как таковой нету, здесь маленькая скорость, но руль приходится крутить очень много. Yeah.
nigga, I'm stupid, I can't shop.